20 августа телеканал NCTV перейдет на вещание в формате HD. Аббревиатура в переводе с английского расшифровывается как «высокая четкость». Именно в этом и заключается основное отличие современного формата. HD-картинка красочная, резкая, объемная и, в общем, более живая. Еще в 2010 году, когда мы только запускали NCTV, мы планировали, что в скором будущем перейдем на HD-вещание. И поэтому все, что мы производили, все, что снимали, было в формате высокой четкости. И за эти 8 лет у нас скопился большой архив видеоматериалов, такая богатейшая летопись истории города Копейска. И теперь с переходом на HD наш эфир заиграет новыми красками, но и программа из архива, конечно, тоже. Параллельно с переходом в новый формат NCTV также переедет на 22-ю кнопку в цифровом и аналоговом вещании. Чтобы не потерять копейский телеканал, вам нужно будет перенастроить телевизор. Чтобы не потерять канал NCTV, необходимо провести автопоиск ваших телевизоров. С телевизорами Philips могут возникнуть сложности. Их необходимо будет настроить в ручном режиме сетевым поиском. Инструкции по настройке телевизоров есть на сайте NCTV. В разделе «Телевидение» и во ВКонтакте в группе «Инсит». Напомним, что скоро День города. Прямую трансляцию праздничных мероприятий, как и всегда, можно будет увидеть только в эфире «Инсит-ТВ». Поэтому не забудьте перенастроить телевизоры. Если сделать это самостоятельно у вас не получается, позвоните в техподдержку «Инсит» по номеру 39-66. Специалисты ответят на вопросы и помогут разобраться в тонкостях настройки.